Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и продолжаем смотреть обновления в игре Sons of the Forest. Разработчики добавили дельтаплан, бинокль, новые постройки, все есть на канале, друзья, и также добавили двух новых боссов. Мы находимся по этим координатам, друзья, сверяйтесь, смотрите, если хотите посмотреть на этих боссов. И мы сейчас спускаемся как раз туда и посмотрим, насколько они опасны, насколько они привлекательны. Так что бери вкусняшки, бери попкорн, и мы спускаемся в пещеру. Мы уже прибыли на место, и где-то тут, в этом зале, должны быть новые боссы. Так играет музыка. И где-то должны появиться. Оу, вот они, вот они. Это обычные мутанты. Ты смотри, насколько он... Насколько он страшный там! Так, у нас есть, в принципе. У нас есть оружие, можно попробовать истребить. Есть дробовик. Кстати, их должно быть двое. Они в смокинге. Так, у меня кончились патроны. О, а вот еще. По легенде, это мать и отец нашей Вирджинии. Так, кончились патроны. Погоди, погоди, у меня закончится револьвер. Пока есть броник. Снова кончились патроны. Перезарядить нужно. Давай скорее, давай скорее. Так, не убил? Я еще не убил. Надо было перезарядить фонарик. Конечно, дробовиком было попроще. Так, броник практически вынесли. Заряжай, заряжай скорее снова. Следующая партия. Интересно, зачем разработчики добавили этих боссов сюда? Показать историю, что там отец и мать Вирджинии. Так, нормально, нормально. Я еще на ногах. Так, кончились батарейки. Батарейки закончились. Батарейки закончились. Но есть стрелы еще. Может, стрелами. Слушай, довольно сложно убить. У меня практически уже... кончились жизни, броник есть еще. Быстренько оденем броник. Так, кончились патроны, пистолет, все патроны уже закончились, а ребята все прессуют и прессуют меня.
Хедшот получил, но он и все-таки идет. Так, добиваем, добиваем. Возможно, уже помирает. Так, все. Отец помер. Осталась мать только. Главное, чтобы хватило нам стрел. Ух, ничего себе, какой сальто. Так, пока есть броник еще. Все, походу, мать тоже готова. Так, а можно посмотреть, как она выглядит? Она прям в текстурку залезла. Даже не посмотреть ее. Не вытащить. Можно снять шкурку. И, конечно же, одеть на себя. Ну, это обычные мутанты. Где у нас отец? Вот у нас отец тоже, его лицо закрыто. Тоже можно снять шкуру. И также можно будет одеть на себя. Вот такие, друзья, боссы у нас появились в новом обновлении. Зачем они здесь нужны? Это непонятно. Но это показывает историю самой игры. И, конечно, увидимся в новых роликах. Смотрите в описании, все гайды есть и предметы есть на моем канале. Всем спасибо и всем пока.